В африканском Йоханнесбурге Boeing 747 компании British Airways пробил крылом здание аэропорта. На борту было 182 пассажира. Это произошло во время выруливания перед взлетом. Самолет готовился лететь в Лондон. Все целы. Одна из пассажирок сразу после аварии написала в Твиттере: «Пострадавших нет, кроме гордости пилотов. Повреждены только сам лайнер и здание».